здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня мы предоставим вам к обзору вот такую штучку. Это очки для страйкбола. Они будут защищать ваше лицо от попаданий магических шариков. Мы потеряли бойца! Производство Италия. Состоит эта сеточка из металла, дужки пластиковые. Вот эта кайма, она из резины. Это все дело выглядит примерно вот так. Вы одеваете это на свое лицо и можете не опасаться того, что вам в глаз залетит шарик. Лицо защищается полностью, то есть никаких либо травм вы не получите в ходе игры. В чем особенность именно этой маски? У нее довольно компактная формация. Это не будет вам мешать, чтобы, скажем, прицелиться. Если я прикладываю автомат к своей щеке, она никаким образом мне не мешает. То есть я спокойно вижу мушку прицела, и она не мешает ни мне, ни автомату. То есть она не выпирает лишний раз, если вы где-то высунулись. Другие маски могут быть шире лица человека, который носит эту маску. Здесь же она полностью повторяет черты вашего лица, и лишнего ничего здесь нет. В чем особенность этой фирмы? То, что она итальянская. Это довольно качественный продукт, сделан он очень интересно. Таких аналогов, пожалуй, нигде больше нет, и главный лозунг именно вот этого продукта Defend Your Smile, что означает в переводе с английского «защищай свою улыбку». Сеточка эта состоит, как я уже говорил, из металла, конкретно алюминий. Алюминий — это довольно прочный металл, и в процессе игры вероятность того, что он у вас просто где-то изогнется, поломается, разорвется, очень мала вероятность этого. Резина довольно плотная, она не отрывается, не отслаивается, как это происходит на многих резиновых каких-то продуктах, перчатках, других очках. Дужки креплены очень крепко, и к дужкам идет вот такое вот дополнение. Резиночка, которая будет удерживать на вашей голове саму маску. То есть резиночка вот такого типа, она легко подгоняется под размер вашей головы. Одевается она тоже довольно простым способом. Вот таким образом мы ее одеваем. Раз. Раз. Вот. Одеваем, и она не сваливается. То есть во время боевых действий, как бы быстро, как бы сильно вы не бегали, не прыгали, она остается у вас на лице, нечего бояться. Маска довольно удобная, не мешает, не давит. На морозе, сейчас мы снимаем минусовую погоду, на морозе она не морозит лицо. То есть я не чувствую того, что у меня мерзнет лицо из-за того, что это все металл. Металл, как всем известно, на морозе очень сильно замерзает и становится очень некомфортно работать или играть вот в таком вот оборудовании. Что могу сказать? Это очень качественный, очень надежный продукт, и вы обязательно будете им довольны, если приобретете именно вот эту маску компании Sirmi. Итак, дорогие зрители, сейчас мы проведем краш-тест этой самой маски компании Sirmi. Первое, с чего мы будем стрелять, это винтовка болтового типа ВСР-10. Скорость 140 метров в секунду. Стреляю? Угу. Есть, нормально будет. Еще догнет. А теперь, как вы видите, дорогие зрители, маска выдержала 3 попадания. Первое пришлось вот сюда, второе сюда, и третье куда-то в эту область. Шарики отскакивают, ничего не остается, не раскалывается, маска целая. Теперь отстрел из автомата Калашникова 74М компании ЦИМА ЦМ-040. Итак, дорогие друзья, сейчас мы стреляли с автомата Калашникова, ЦИМА 040, повторюсь. Скорость выстрела была 120 метров в секунду. Мы сделали примерно 6-7 выстрелов, и остались небольшие вмятины. Расстояние, с которого мы стреляли, около метра. То есть осталось примерно 6 вмятин по количеству выстрелов.
Маска выдержала, металл цел, ну, за исключением вмятин. Стреляли с винтовки ВСР, скорость выстрела 140 метров в секунду, шары 28. Три выстрела примерно вот в эту область. После чего стреляли с автомата Калашникова, ЦИМа 040, 120 метров в секунду, шары те же 28. Шесть выстрелов примерно в эту область. Как видите, остались вмятины. Видео снято для проекта Airsoft Girls. Обзор предоставил Extreme Club Штурм. Меня зовут Роман. Всем спасибо за просмотр. Пока. We're falling, rubbish!